мы с вами делаем еще одну остановку на острове Гоза. Мы идем в какой-то универмаг, который называется Duck Duck The Duck. Здесь все вечером зажгется, эти иллюминации, движение сумасшедшее. И как-то пешеходный переход где-то там, там, только там где-то. А мы с вами посмотрим, что здесь. Что здесь? Что за универмаги у них здесь? Green Supermarket – это наш любимый маркет теперь здесь. Ой, ой. О, сразу можно покушать. Все вокруг такие сгрузились. Посмотрите, стеклянный пол, и там этаж первого этажа продуктового магазина. Продуктовый магазин внизу. А вы ходите, пока ходите здесь, вот выбираете что-то. Вася, ну почему сразу плевать? А если я иду в юбке, они наверх смотрят? Значит, видно все, что у тебя под юбкой. А если ты без нижнего, то это будет шок-контент. Пряничный домик. Промоут. Ну, это опять же все такое. Оу. Минус 50%. У нас шопинг. Продолжение шопинга. 24 евро такая блузочка. Такая свитерок. 41 евро вместо 59. Такой свитерок. Что? Вот это открывай за 30 евро. Yes. Вот там 30 евро. Боже, какая красивая. Можно 50. Ой, мы зависли у каких-то украшений, там еще скидки. На вот теперь здесь еще одежда. Сердце Италии. Ой, косметика. Это мы здесь покупали, да, в этом в смысле? Мы в этот бренд покупали. Да, этот бренд мы покупали в Валетте в центре. Да. Угу. Ну, вот такая блузка стоит 22 евро. Вот такая тоже 22 евро. 22 евро кофточка. Смотри, какой вырез шикарный. Какую выбрать? А может, я забираю все сумочки? Мы обалдели с этим шопингом. Здесь все недорого, здесь все. Я все беру. Боже мой, я обалдела и беру все сумки. Так, теперь мы здесь в шопинг, нам удался. Теперь мы идем в лучшую пиццерию острова Гоза. Нам посоветовали. Посмотрите, зажглась вся иллюминация в городе, здесь так красиво. Все еще почему-то рождественское, новогоднее. А мы идем вот в эту пиццерию. А где вход? А, что? Здесь готовят в огромных печах. Вот в таких печах готовят пиццу. Это пиццерия. Так, смотрите, в какой печке готовят. Там огонь горит. Так, ну давайте рассаживаться. О, ветчинка. Так, сейчас нас рассадят. Итальянцы. Нас пятеро, да. А. Столик на пятерых. Здесь все зарезервировано, но нам дали 1.5 часа до следующего резервирования, поэтому можно как бы... Как здесь пахнет апельсинами, слушайте. Ой, как красиво. Так тут так мало столиков, конечно. Так, садимся. Так, здесь, в общем, пицца 8.56, вижу, всякое такое, формаджо. Пиццы вот здесь вообще всякие разные, 11, 12. А это что?
еще чего-то. В общем, я так условно. Смотрите, останавливайте кадр, если кто-то знает переводить. Пиццы мы здесь. Мы сюда за пиццей пришли. А, вот так выглядит наша. Вот так выглядит наша пиццерия. Куда нам посоветовали. И здесь вот мы ждем заказа. О, смотрите, как они здесь. А, это бар, а кухня там дальше. Ой, нам принесли капучино, латте. Ой, какие красивые кружечки. Тоже латте. Кристине апельсиновый сок и мужу тоже капучино. Пока свои высокие оценки они оправдывают. Видишь, они специально так стараются. Что... Подождите, расскажите, а что здесь за высокие оценки? Мы смотрим оценки. А... У этого ресторана 510 отзывов и 4,8 оценок из 5. Ах, вот оно что, здесь огромные звезды. Вы поэтому сюда пришли, да? Потому что пока мы выбирали себе вещи, сумки, они здесь на отзывы вон нашли. По отзывам пиццерии. Еще и посоветовали, конечно. У Кристины апельсиновый сок. Это Бургер приз. В общем, мы заказали здесь пиццы перекусить. Мы взяли почти все с 4 вроде вида сыра. У меня, у мамы и у Кристины, у Сандры бургерс фри, а у мужа очень интересное какое-то называется когда? Каприциоза. Каприциоза, от слова капризничать. В общем, так. И у Кристины еще тирамису. Так что приятного нам аппетита. Приятно. Вот такое мы заказали. Заказали, в общем, такую пиццу с сырами, 3-4 вида. И у мужа вот еще, у мужа другого. Ну вот мы едим, слушайте, насчет оценок к этому ресторану, да, по вкусу. Но это действительно очень вкусно. Правда? Кому нравится еще? Тебе нравится, Вась? Очень вкусно. Чувствуется, что только сделали. Только что сделали тесто, вообще просто все горяченькое. Супер. Мы присоединяемся к высоким оценкам этого ресторана. Пиццерия. Ой, кто ж тут кушать-то пришел? Кто ж тут кушать-то пришел? Матушки светлые, кто ж тут кушать-то пришел? Ой. Ходит уже с Кристиной познакомиться, она с ней. Конечно, водку пьют. Это вода с газом. Не подумайте, что это водка. Тут все за рулем. Да. Хорошо, Вася, ты пьешь водку. Граненый стакан и водка. Ой, да, конечно. Но песик – это песня. У нас, я думаю, никто бы не пустил бы в ресторан из магазина, где в Таллине не пускают собак. Часть пиццы девочки не доели, мама не доела, Кристина не доела, а у меня аппетит прекрасный, судя по моему лицу, которое не влезает уже даже в... О, это кому невозможно? У меня лицо не влезает в кадр. 75 евро стоило все вот это вот тут, вот это. Удовольствие. Удовольствие. На, что ты все мне вырываешь, хочешь посмотреть, на. Так что, в общем, мы очень довольны. Прекрасно, вкусно. Ну что, вам понравилось, вкусно? Понравилось, очень вкусно. Там 4 соуса сыра, пармезана много. Но я не могу так много сразу. А я могу. Я смотрю на меня. Домой не буду ужинать, а мы будут спать. Сейчас мы, в общем, начинаем двигаться в сторону корабля. Немножко покажу вам еще, как освещен город. Thank you, bye. Греция. Не грация, а грация. Bye, bye. Thank you, bye. Отель на верхних этажах. А, вот мы сейчас еще здесь немножечко погуляем и идем тогда на корабль. Ой, смотрите, какая красотища. Какая красотища. Так, давайте с вами еще здесь какой-то парк зайдем до корабля. Пока они там пиццу укладывают. Боже, боже, что это за сказка?
Кристешка, повернись ко мне. Улыбайтесь, девчонки. Ай, сестренки, девчонки, мои любимые доченьки. Так, давайте посмотрим, что здесь за красота. Ах, после пиццы хочется побегать, да? А, закрыты все здесь, как бы эти рождественские, видно, тоже были. Ой, ой. Но это ли не сказка? Все пальмы обмотаны вот этими лампочками. Это наша любимая с мужем, когда вот эти стволы, да, стволы обмотаны лампочками. Это мы еще в Дубае полюбили вот эту картину. Ой, как хорошо. Кому-то надо побегать после десертов всяких. Невероятно. Как-то они не снимают эти украшения, не спешат. Ну и правильно. А это щелкунчики, наверное, да, или рыцари. Ой, ой. Хор дамочек, ангелы. Давайте до елочки добежим. А кто тут снеговичок что-то уснул? Уснул. Хорошо, я сейчас повернусь к машине. Я погуляю еще. Там вообще сказка. Как туда не прогуляться-то, правда? Ой, здесь все деревья вокруг. Все украшено. И здесь все в ангелочках. Здесь все в ангелочках. Ой, а там что ли мостик? Ой, боже мой, ну-ка, Кристина, давай на мостик. А снеговички что-то все спят. Ах, это же фонтан. Сказочно как! И елка. А может, они их вообще не убирают здесь? Типа украшения города. Вот видите, такое. Я на секунду забыла, где мы находимся. Мы же с вами на Гоза. Кто будет на Гоза в Рождество? Вот так был украшен Гоза во время Рождества Нового года. А, елка среди елочек.
Ну все, давайте поедем, все-таки уже. Я же говорила, они еще красные. И мы возвращаемся на паром. И вот теперь на обратном пути мы будем платить. Когда едешь сюда, не надо платить. Зелененькая опель, это клоун. И мы подъехали. Вот теперь мы будем платить. Отсюда вы приплыть сюда-то вы можете. Бесплатно. А вот уплыть отсюда надо будет заплатить. И сколько, мы сейчас посмотрим. Подъезжаем к кассе. Шлагбаум-бам-бам-бам. И теперь... Здесь надо опять прикладывать карточку, да? Стоит шофёра 4 пассажира 29 евро. 29 евро. И мы снова заезжаем на паром. Мы заезжаем на вечерний паром. Ой, смотри, кафе хорошее. На том корабле было по-другому. А что-то я там вообще не выходила, только море снимала. Мороженое? Давайте мороженое. Реально как... Похоже на... Как... Да, ну так, упрощенно. А что-то я снимала там только... этот... Море. Застегивай куртку. Носится девчонка. Ау, что, двери? Двери. Это что, вся штука закроется? А та открыла. Видишь, та стоит. А та не успела. Называется паром, топи. Честь Богу по матери. Какой матери? Парижской Богу матери. Свой в рот все набрал, эти машины перезагрузил. Машин набрала и да. Так, мы плывем-то туда, значит, нос там, побежали туда. Церковь. Пойдемте, нос-то там. Люди-то? Да. Так, может, на другой палубе? Это призрак. А может, на другой палубе? Да просто никто никому не надо. Никто не хочет? Все остались в машине? Не, я все да. Хочу. Мне надо зрителям, моим любимым, показать корабль-призрак.
смотрите. Показать любимым зрителям, как это все ночью выглядит. Дочь, тебе не холодно, дочь? Нам путь будет освещать вот этот пол. Да, луна будет освещать нам путь. И мы отплываем с вами с одного острова на другой остров. Вот туда поплыву. Плюнул в воду и слышно, как слюна так боком в воду. Сандра. А я чё? Диана, блин. Твоя жена. Разбирайся сам. Чего ты? Посмотри, что-нибудь одухотворённое. Мы уплываем. Смотри, как вода цвета красивого. Камера не передает. Знаешь, что говорят? Не корабль, а судно. Судно не плывет, а идет. Плывет только говно. А почему потушили свет? Подожди, а мы же тут. Судно идет. Вась, ты сегодня перлы за перлами отпускаешь нам на камеру. Которые и не тонет, и не... Мы поняли. Мы поняли, что ты устал. А что так все свет потушили? Все пошли домой. А мы поплыли. Какой? О, так уже рукой подать. Пока, Гозо. А где камин? А вот камина. Вон камин, а ты у камина. Там живет 3 или 4 жителя, которых никто никогда не видел. Так вот у них свет горит, я хочу сказать. Со времен Робинзона Круза. А вот уже и это, Мальта. Виднеется. Ой, тут ничего же не видно-то зрителям, господи. Посмотри сверху, какой фонарик. О, какой, смотрите. Считай, что это радиорепортаж. Это радиоведущий. Да, никто ничего не видит у меня, наверное, из людей. Ну, пошли. Луч. Куда? Девчонки, вы куда в темноте? Ой, море. Ах, море. А потому что вот эти вот болтаются, прогулочные, он им. Он прогулочные, прогулочные вот здесь. В общем, мы с мужем поиграли в «Титаник». Знаете, когда там вот этот центральный кадр, она стоит на корме. Вот мы тоже посередине прям встали. Сзади муж. Руки в сторону, мы в это вот и стояли так. Титаник. Я говорю Титаник без продолжения. Я с вами отсюда прощаюсь. Впереди у нас ночная Мальта. Я прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Вот ту звезду. А что? А что, денежек совсем нет? Денежек совсем нет. Нет, ты мне лучше сумки купи. Да, в общем, я прощаюсь с вами на этой романтической ноте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего, впечатлений ярких. Ловите моменты. Спешите жить. Пока-пока.